Всем привет, с вами снова я, Артём, это игра Secret Neighbor, и сегодня мы будем играть в Secret Neighbor. Да, это все, что я мог сказать. Надо искать ключи, как и всегда, в принципе. Так, похоже, меня не признали тут за соседа, это хорошо. Это чё? А чё за нафиг? Это... У меня чё, такой пинг, что ли? Я вообще не понимаю, что за нафиг. Тогда мы сейчас пойдем по улице и посмотрим. Но сейчас почему-то соседа я не вижу. Это почему-то очень странно. Я очень давно не играл в эту игру. Я уж вообще не помню, что тут да как. Но, блин, я тут, судя по всему, так ничего не найду. Что нам тогда делать? В чем тогда смысл-то, блин, если сосед игру покинул? Судя по всему, никакого. Ружье. Ну что, теперь надо мочить друг друга. О, третий ключ карта. Так, я там вижу хорошую такую вещичку. Что будет, если я прыгну сюда? Ничего. Так. А, блин, тут нельзя открыть, что ли? Тогда смысла нет. Просто забиваем окно и пробегаем с этой стороны. Синенький ключик. Чё у нас? Еще два ключа у нас. Еще два ключа. Стоп. Ключ. Кто меня запер? Так, я что-то не понял, он куда пошел? Что, тут какая-то туса, что ли, будет? А, и что, в этом весь смысл был? Ладно, это была бессмысленная игра. И у нас начинается игра, и я не сосед. Пустите меня. Пустите меня. Что закрываться-то зачем? Ой. Кажись, там дело плохо. Меня тут не было, я ничего не знаю. Я слышу чей-то топот. Беги! А, это хана. Погоди, а как он меня поймал с такого расстояния? Короче, у нас тут три лидера. И сейчас нам надо собрать все ключи карты и спастись от соседа. Я придумал, что комментировать. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Надеюсь, я сейчас не сосед, потому что мне что-то не очень хочется играть за соседа. Спасибо. Спасибо. Игра. Спасибо. Блин, чё вы все вместе бегаете? Ой, я тут чё увидел. Ой, я тут чё увидел. Ой, я тут чё увидел. Хорошо. Ладно, тебе хана, походу. О, привет! Надеюсь, он не увидел мой ник. Надеюсь, что этого не произошло. Че, я так буду за одним ребенком, что ли, постоянно гоняться? Мне стрёмно, я кого-то слышу. Меня тут нет. Так, а сколько осталось? Так, я не помню, сколько здесь детей. Тут вроде 4 или 5. Надеюсь, что 4. Ладно. Он что, типа, что я его преследую? Блин, как их вообще искать? Какая нафиг дверь? Какая дверь? Я вас понял, ребята. Ключ! Nope. Какой хел? Ну, кажись, я просто... Все, прощай. Но
Я хотя бы больше поймал, чем можно было. Да. Че я вообще сейчас сказал? Я вот слышу тут кого-то. Но, блин, они вдвоем вместе бегают. Как мне пройти, если они вдвоем вместе бегают? Какая нафиг ворона, вы чё? Две вороны. Отгадайте, какая правильная. Но они, конечно, подбежали к той. Они где-то тут. Они вместе бегают. Не получилось. Мне не получилось с ними подружиться. Ребят, здесь нет таких доверчивых людей. Прощай, жестокий мир. А, я выжил. Это было жесть, как сложно, но я смог. Фу. И я ребенок. Все. Все, оставьте меня ребенком, пожалуйста. Чё стоишь просто так? Вот вы тут вообще не ищете, да? Мой ключ. Мой ключ. Да где вообще сосед? Ребят, как вы думаете, где сосед? А чё, в смысле? Страшно, очень страшно, помогите. Мы не знаем, что это такое. Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Карточка третьего уровня. Карточка третьего уровня. Мне кажется, я соседа слышу. Стоп, чё? А! Беги, бей его, пинай! Ой, кажись мне хана. Ой, кажись мне хана. Ой, кажись мне хана. Кажись мне хана. А чё в смысле? Меня не надо ловить. Я чё? Не, я сбежал. А как? Он меня сначала поймал, а потом... Чё? Я чё-то не понял. Так, и я надеюсь, не сосед. Все, спасибо, я не сосед, я просто хочу побегать. Я просто хочу нормально поиграть. Не надо меня соседом делать. А! Кто? Чё так пугать? Чё так пугать? Закидывай его, закидывай! Меня тут нет. Останьте. Меня тут нет, отстаньтесь от меня. Я пошел на верную смерть. Вон оно. А погоди, это не оно. Это ж сосед, блин. Я пошел. Я чуть не попался на его злую шутку. Зачем тут ключ карты первого уровня, если тут не первый уровень? А? Кто знает. О! Я буду вот этим пинаться, нежели тем. О, отличная штука. А здесь что? А там что? Есть. Ключ! Оп. Оп, 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 оп. А! Уйди нафиг! А! Уйди! Демон! Демон! Изыди! Изыди, демон. Помогите. Хелп. Оно меня ускорило зачем-то. Все, мне хана, ребят. Лохотрон. Я что, один, что ли? Не надо, пожалуйста, не говорить, что я один. Пожалуйста, не говорить, что я один. Я один. Ребята. Мне страшно. Я один остался. Вообще всех поймали, походу. Я не один! Я не один! А! А! Все, хана. Нет, я пропал. Но, кажись, на этом все.
На этом мы закончим. С вами был Артём. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии под этим видео, понравилось ли оно вам или не понравилось. Предлагайте идеи для следующих роликов. Ну и всем пока.